Добро пожаловать в Quake. У нас очередной ДМ. ДМ-5. Называется у нас ДМ Цистерн. Честно говоря, я не совсем понимаю, почему он так называется. Но в целом уровень представляет из себя такой, вижу, типа замка. Уровень средний по объемам, то есть не самый маленький, не самый большой. Самый большой, наверное, все-таки был это The Abandoned Base, который... Про уровень, в принципе, я мало чего знаю, потому что он как-то не был моим из любимых уровней. Я как-то в нем так активно не играл, как, допустим, в том же самом Abandoned Base. Ну, в целом, он из себя представляет такие коридоры и две арены. И также арена есть с водой, да, у нас где-то вот здесь, вот. Такая вот арена у нас с водой. Тоже куда нас ведет? Она у нас куда-то ведет. Ну, кому-то может быть и понравится эта карта, но... То есть она неплохая, но она как-то, не знаю, не в моем вкусе. Опять же, я, наверное, повторю сейчас, но... Допустим, я люблю карты, где есть какая-то история, то есть где у уровня есть что-то такое. Как, допустим, Abandoned Base, типа там база, всякое такое. Ну, еще, может, потому что я не очень люблю такую средневековую тематику. Здесь у нас бронька. Здесь буквально всего два этажа. Получается. И насколько я знаю, у нас здесь есть квад. Или мега. Сейчас посмотрим. То есть у нас здесь есть... Вот, собственно говоря, вот эти двери. Они открываются... Ага. Что? А, ну, у нас здесь мега. У нас Нейлган, так, сейчас я не успею уже. И Рокет там же у нас, походу, дело. Да, квада у нас что-то здесь, походу, и нету. Либо он здесь может в каком-то секрете. Что-то из секретов особо и не вижу. Может, под водой? Честно говоря, я не знаю, что у нас здесь по урапсам вообще. По идее, у нас получается что? У нас получается вот эта комнатушка. Здесь у нас ничего нет такого. И у нас получается здесь выход из воды. В общем, что-то я здесь не вижу квада, то есть возможно здесь его даже и нету. Всего лишь походила одна бронь. Да. И мега. Все это все, что. Это все, чем мы здесь богаты. Ладно. Попробуем сейчас тогда с ботами. Я думаю, здесь, наверное, карта будет для ботов четверых-пятерых. Самый раз. Так, самое главное, это я здесь так и не нашел. Вот, у нас здесь в этом уровне находится заныканное бессмертие. Вот оно где у нас оказывается. То есть, по сути, у нас здесь квада нет, но у нас здесь есть бессмертие.
Так, на арене, по-моему, сейчас я выпустил 5 ботов. Значит, напомню, что у меня установлены рипер-боты. Сложность я поставил вторую им. Тут всего лишь ботов 3 сложности. Какая-то веселуха у них. Вот. Да иди ты в баню. Ой, сейчас бы захимсался. Вот было бы сейчас весело. Тихо. Да откуда он меня снял? А ты еще откуда появился? А где у нас здесь был Супер Нейлган? Я карту не особо выучил. Ну вот сволочь какая. Ясно. Ясно. Там ловить нечего. Здесь тоже и здесь тоже. Мне нужно какое-нибудь оружие. У меня нету никакого нормального оружия. Да тварь какая. Типа. Что у нас здесь был? Я не Нэ. О, Нэ. О, бронька. Патроны, это мы удачно. Сейчас я хочу. Ох ты, черт подери. Нет, слушай, прошло. Все удачно прошло. Все прошло удачно. Оказывается, мое везение сейчас. Я успел или нет? Да, ну вас там. Так, судя по всему, у них там шла. Ух ты, откуда я взял Нейл сразу? Вот это подарок судьбы. Ну как? Какая сволочь меня? Я так понадеялся, что меня спасет этот мостик. Что-то они там веселятся по полной программе. Захимсафился, что ли? Молодец. Молодец. Тихо. Да и... Как это обозвать, а? Шел. Он бронь взял. Давай, да. Вот еще подлость этого уровня в том, что здесь стены, ну, вернее, почему, вот как так? Я же взял, блин. Я же взял Нейл-то. Что это за хрень была? Вот вся подлость этого уровня еще в том, что там на верхнем этаже получается пол, он не прилегает плотно к стенке, и когда стрейфишься, рискуешь провалиться на нижний этаж. Что, собственно, у меня уже не раз было. Нахрен. Так, где-то же здесь я был. О.
О, как. Эй. Я... Ну, почему? Это же было так... Вот так сейчас опять вот я... Пострадал именно из-за того, что я... Упал вот этот самый... Прижался плотно к стене. Ну, хоть бы одна зараза, а? Попалась на мой грен. Нет, вот. Кто там еще? Там делать нечего, кто взял мигом. Это я удачно упал, он уже, видимо, рассчитывал взять. И Рокета нету опять, а? Слушай, мы с тобой здесь не в очень удачном месте. Уж кто-то где-то квад взял. Все-таки здесь квад есть, только я не знаю, где он. Честно признаюсь. Я думаю, что он где-то там, под водой, скорее всего, есть секрет с квадом. Пошел ты нахуй. Вот. Не. В общем, вот такая вот карта. Он будет мой, да. Тихо, застреваем. Они здесь в воде воюют.